Всем привет! В эфире еженедельный выпуск программы «Музыкальный прогноз». О самом интересном расскажу вам я, Ольга Золотая. Оставайтесь с нами на телеканале Russian Music Box. Сентябрь все дальше и дальше заманивает нас в осень. Такими темпами мы скоро и до заморозков доберемся. Ну а пока наслаждаемся бабьим летом и вспоминаем, как оно было. Горячие вечеринки Music Box Party. Совсем скоро подробный отчет только на телеканале Russian Music Box. Пора очей очарования. Тем, кто хочет немного романтики, рекомендую сходить на концерт Сати Казановой. Как фары в метро по ночным коридорам. Москва, не пропусти выступление любимой артистки. Приходи в клуб «Союз композиторов» 20:30. Эти двое чем так похожи? Крыльями, что ли, рисунком ладони? Город Уфа в конце сентября ждет в гости неподражаемую Еву Польну. Для вас прозвучат новые и старые хиты в одном большом сольном концерте. Весны на ладони моей, а я прошу ни о чем, вот только бы время быстрее и больше не думать о нем. 28 сентября приходите в развлекательный комплекс «Огни Уфы», клуб «Колизео». Начало концерта в 21:00. Весны на ладони моей, а я прошу ни о чем, вот только бы время быстрее и больше не думать о нем. О, как это было давно, но только не здесь, не сейчас. Мы были с тобой заодно, а весь этот мир против нас. 29 сентября в Санкт-Петербурге ожидается музыкальный дождь. Его принесет с собой никто иной, ну как бы вы думали, кто? Конечно же, дельфин. Запасайтесь зонтиками и торопитесь на концерт. И нас с тобою не отыскать. Все, что мы есть. Дельфин ожидает вас в клубе «Космонавт» 29 сентября в 20:00. Лишь остается ждать серебро дождя. А в Нижнем Новгороде 29 сентября музыкальных осадков не предвидится. Хотя гром из аплодисментов вполне вероятен. Ждите в гости рэпера Гуфа. Сомнений нет, так захотел кто-то свыше. Рука пусть кое-как, кто пока еще что-то пишет. И этот год 2000 плюс 8, мало того, что серые мыши, еще и высоко. Приходите послушать любимого артиста в концертный зал «Мила Концерт Холл». Начало 18:00. У альбома свободной продажи стою, смотрю, думаю, ой, ну надо же. Если встретишь наши диски в тамбуре, в вагоне, на промежутке от Тюмени до Новосибирска, помни, там тоже центр. И только правда, но мы не знали, что поезд был Москва, Улан-Батор. И так радует, возвращаясь, смотреть в окно и считать столбики, сколько осталось там кадра. Знаю, что скоро рядом будет ее лицо, это кольцо на том пальце, на котором... В городе Мурманск ожидается потепление. На борьбу с осенней депрессией и плохой погодой туда направляется солнечная Юлия Савичева. Мое сердце биение, остановись на мгновение.
Концерт пройдет в областном драматическом театре. Начало в 19:00. Пятого октября у Владимира Преснякова намечается юбилей. Приходите на концерт поздравить любимого артиста. Приглашаем вас в Крокус Сити Холл в 19:00. Если у вас намечается интересное событие, концерт, выставка и другие яркие мероприятия, пишите нам. Телеканал Russian Music Box обязательно расскажет об этом всей стране. С вами была Ольга Золотая, ваша указательная палочка в толстом справочнике шоу-бизнеса. И помните, Россия отдыхает вместе с нами.